На цей день сквер Сосновий перетворився на чарівну казку для маленьких і дорослих кременчужан. У веселі ігри із дітлахами гралися мультиплікаційні герої. Навіть статуї ожили, щоб сфотографуватися із малечею. А підлітки насолоджувались живою музикою просто неба. Нас дуже раді, що сьогодні так багато людей прийшло відпочити зі своїми дітьми. Тому що діти – це наше майбутнє. І скільки сьогодні ми уділимо їм увагу, таким і буде наше майбутнє завтра. Свято провели за підтримки молодіжного парламенту Кременчука, громадського руху «I love Кременчук», а також народного депутата Юрія Шаповалова. Делайте все возможное, чтобы ваши дети были возле вас счастливы, чтобы они ощущали действительно вашу заботу и вашу любовь. Ну, а детям я хотел бы пожелать 1 июня, начало лета, начало каникул, поэтому я желаю вам всем насладиться этими каникулами, этим летом и получить максимальне удовольствие від цього. День захисту дітей обов'язково потрібно проводити у родинному колі, вважає народний депутат. Тому на свято Юрій Шаповалов прийшов з рідними. Моя дочь Міла, син Назар, син Даніл, мама, Женя, моя жена. От сьогодні такий прекрасний день, і от спонтанно ми, не договариваясь, собрались здесь. Прекрасная обстановка, очень тепло, весело, просто невероятно. Гарний день, гарна погода, свято, музыка, діти. Це завжди приємно. Спасибо большое организаторам. Это так все прекрасно, что это все делается для детей. И так мне радостно смотреть, сколько людей и семей в Кременчуге вот так могут прийти и счастливо провести время. Время так быстро летит. И буквально мгновение. Вот здесь вот держишь этого маленького мальчика, а вон стоит рядышком уже бородатый его старший брат. Поэтому, родители, наслаждайтесь каждую секунду, каждую минуту этой жизни. Оно так мгновенно пролетает, и ты просто не успеваешь этим насладиться. И вот чем ты больше занят, тем это ты больше и больше понимаешь. Главное, чтобы не поздно было. Радощам не було меж, коли дітям роздавали безкоштовне морозиво. Конкурси, розваги та ще й солодке подарували усім відпочиваючим незабутні позитивні враження. Круто, тут весело. Мороженое бесплатно нам роздали. Интересно. Надеюсь, будет такое каждый год. Прикольный праздник. Нам давали мороженое, очень интересно. Концерт понравился. Здесь очень понравилось. Мне давали мороженое, и оно очень вкусное. Действительно, мы счастливы, что вот сегодня вот такой праздник для детей. Я говорю, мы живем в центре, но мы сюда приехали, конечно, благодаря этому депутату Шаповалову. Действительно, здесь праздник, именно праздник настоящий. Именно тот, который нужен детям. В этот день нужен детям. Все прекрасно. Спасибо за этот праздник.